Кто хочет, ищет способ, а кто не хочет – причину. Примерно так можно охарактеризовать текущую ситуацию на рынке труда в городе. Центр занятости Десногорска делает все возможное, чтобы встреча соискателя и работодателя состоялась как можно скорее. Современный интернет-портал с понятной информацией и удобной навигацией делают поиск работы быстрым и простым. Список свободных должностей обширный. Соискатель трудоспособного возраста может претендовать на вакансии рабочих профессий. Таких множество. Также есть большая потребность в медработниках, учителях, работниках дошкольных учреждений. За 2018 год в Центр занятости обратилось 911 человек с заявлениями о содействии в поиске подходящей работы. 680 человек из них мы трудоустроили, в том числе и на временные рабочие места. Если не хватает уверенности или знаний, организация и тут готова помочь соискателю. Центр занятости оказывает услуги по социальной адаптации, психологической поддержке, по обучению граждан востребованным профессиям на рынке труда, а также по повышению квалификации по уже имеющимся у них профессиям. В целом уровень безработицы по городу стабильный, далек от критических значений. Работодателями регулярно заявляется большое количество вакансий. Они позволяют трудоустроить многих соискателей. Как результат, тенденция по безработным гражданам положительная. С каждым годом количество соискателей становится все меньше. Алекс Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.